комсомольцы на гражданскую войну. Уходили, расставались, покидая тихий край. И мне что-нибудь, родная, на прощанье пожелай. И, родная, уезжала, я желаю всей душой, если смерти по мгновенной, если раны небольшой, а еще тебе желаю, я тебе, товарищ мой, чтоб со скорою победой возвратился ты домой. О, пожал подруге руку, глянул к девичье лицо, а еще сказал он тихо: напиши мне письмецо. Куда же напишу я, как я твой узнаю путь? Все равно, сказал он тихо, напиши куда-нибудь. Да, приказ ему на запад, ей в другую сторону.